Оглядываясь назад, я очень хорошо помню тот момент, который мне, как кажется, был буквально вчера. Я подошла на третьем этаже к расписанию, и там было написано в репетиционном листе «Лебеди, молодежь». Это значит, что мы, только пришедшие, должны были прийти в первый зал к Нине Федоровне Уховой для того, чтобы разучить вальс из «Лебединое озеро», кордебалет. И она должна была посмотреть, кого можно поставить, кто достоин и в какой линии мы будем стоять. И вот я помню, меня поставили во вторую линию кордебалета. Я была так счастлива, и я так волновалась, мне казалось, что я танцую Адетту. Для меня очень важно действительно сохранить эмоции. И вот, например, эмоциональные спектакли я не люблю затирать, репетировать очень много, потому что каждая репетиция, когда звучит музыка, ты даже если не хочешь выдавать эмоции, они сами собой из тебя вылезают. И я иногда себя порой прямо останавливаю, делаю паузы, чтобы это... Потому что если каждый день проходить с эмоциями, то к спектаклю уже ничего не останется, либо оно превращается в немножко такое что-то неестественное. А я... Меня прямо коробит, когда неестественно, я сама от себя могу это почувствовать. Поэтому для меня очень важно вот идти именно от души. Я верю не только в судьбу, но и в труд, да, это правда, потому что ничего не делая, просто так на голову ничего не свалится, особенно в нашей профессии. Бояться не надо, нужно идти вперед. Вообще не надо примерять все на себя, у каждого свой путь, у кого-то он стремительный, а кто-то... пробирается через тернии. Главное — следовать себе.
вот что для вас быть примой? Я все время говорю, что это огромная ответственность, столько всего должно совпасть, и, наверное, все-таки примой можно не только стать, ей нужно еще и родиться. Сегодня утром я, кстати, красила ресницы, и у меня такая мысль посетила, что вот когда мне что-то, ну вот мне очередную награду присуждают, какой-то приз, там, золотая маска, золотой софит или какое-то звание, я в этот же момент, вот в моменте думаю о том, что не расслабляйся, больно будет падать. Я каждый раз думаю о том, что все равно рано или поздно это закончится. Безусловно, эти все регалии останутся со мной, но моя жизнь поменяется, когда я перестану танцевать. Я понимаю, что сейчас такой, знаете, точка отсчета уже как бы в обратную сторону началась. Я понимаю, что уже наступило начало конца моей артистической деятельности. Я, конечно, еще какое-то время протанцую, потому что мало того, что я люблю, хочу и надеюсь, что могу, зрители, судьи мне, но я уже начинаю задумываться о том, что рано или поздно все закончится. Мне немножко больно от этой мысли, потому что уж очень полюбила я свою профессию. Но все-таки мое продолжение, я надеюсь, будет в моих ученицах. Это очень интересно поработать. Но я понимаю, как трудно. Я все больше и больше обращаю внимание на то, как педагоги ведут репетиции и как это сложно. Пролетели 20 лет, как одно мгновение. Столько всего было, но я счастлива, что все сложилось так, как сложилось. У некоторых артистов, вот, например, такие амбиции, они хотят большего, они хотят быть приглашенными солистами в других труппах по всему миру. А мне кажется, я как будто нашла свою гавань, мне этого не нужно. То есть я поняла, что в Мариинском вот я как будто бы на своем месте, и больше мне ничего не нужно, я счастлива здесь и сейчас.